Уважаемые студенты, продолжаем изучать предмет микроэкономика, макроэкономика. Сегодня мы с вами рассмотрим вторую тему. Тема сегодняшней лекции – основы теории спроса и предложения. Наша тема состоит из трех частей. Спрос и закон спроса, предложение и закон предложения и равновесная цена. И факторы, влияющие на спрос и предложение. Спрос и предложение очень важные и, можно сказать, очень простые понятия в экономических предметах, и особенно в микроэкономике. Спрос и предложение имеют важное значение не только микро, но и макроуровне. Спрос и предложение изучаются почти во всех экономических предметах, но микроэкономики является основой всех следующих наших тем, утверждений, теорий и так далее. Спрос можно определить очень просто. Спрос – это зависимость между количеством товара, который покупатели хотят и могут купить, и ценами на этот товар. Спрос – это часть потребности, обеспеченная денежными средствами. Потребность обычно будет побольше объема, и из этого большого объема, обеспеченная денежными средствами, деньгами, и маленькая часть может быть спросом.